Недоношенный ребенок – это ребенок особенный. За ним необходим специальный уход. Из-за своего маленького веса, а также незрелости внутренних органов, он является центром притяжения для развития всевозможных хронических заболеваний. Как следствие, на родителей ложится серьезная ответственность по выхаживанию такого ребенка. Оказать помощь могут в школе пациентов для родителей детей, рожденных раньше срока. Мы продолжаем цикл передач о тех, кто спасает жизни, о специалистах медицинских учреждений Ульяновской области, об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона, о передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасая жизни».